Как, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и наша подводная мадмуазеля Канди Боберчик. Я не Канди Боберчик, я Катя Крафт, сегодня я подводная Катя Крафт. И прямо сейчас мы находимся на самом дне, прям днищем. Да, я закончу. На самом дне мы находимся, в самой глубинной и темной точке нашего земного шара. На дне океана, а то сейчас подумают, что на дне, в принципе, в жизненном статусе. На дне океана мы прямо сейчас находимся, и да, вы все прекрасно поняли то, что мы почему-то сегодня решили зайти в Майнкрафт, и как обычно, у нас какой-то челлендж. Сегодня боги Майнкрафта сказали нам, сегодня вы выживаете под водой пупырки, под водяные пупырки, во. И все, и никуда не деться от этого, под водой, значит. Я Аквамен, она Аквабаба, как вы понимаете. Мы находимся под водой, и смотрите, у нас Ладно, Аквадевушка. Мы находимся... Нет, стой! Аквагерл! Аквагерл. Это звучит, как будто какой-то освежитель воздуха в туалете. Аквагерл. Короче, она Аквагерл, я Аквамен. И как вы понимаете, мы настоящие вот эти подводные жители, потому что у нас... бесконечная сила источника. Мы можем здесь находиться вот просто вечность. Но все было бы так просто, как я это рассказываю. Нет. В любую секунду у нас вот этот эффект может просто исчезнуть. Ну, то есть вообще просто взять и исчезнуть. И за эти несколько секунд нам с Катей нужно будет выплыть наружу, вздохнуть свежего воздушишка и спуститься вниз. Да, все просто. Если мы не успеваем подняться на сушу, мы просто умрем, и игра закончится. А пока у нас есть этот эффект подводного бесконечного дыхания, Катя, я тебе предлагаю ограбить всех морских жителей, которых мы с тобой только сможем найти. Так, давай. Опа! И удочку украл. И что она дает? Ну, слушай, а можно, кстати, под водой, подожди, под водой ловить рыбу? Нафига эта удочка нужна? Мы просто берем сейчас и подходим к лососю и убиваем его. Раз лосось, два лосось, три лосось, все. Кстати, да, эта удочка, в принципе, тогда бесполезна получается. Ладно, удочку мы отложим, возьмем остальное. А ты уголь не забрала, да? То есть все остальное забрала, нет. Уголь не забрала. Утопленник сзади, давай бей его. У нас тут первый гость, здравствуйте. Давай. Я подводная герл. Ты мне ничем не можешь помешать. Подводную герл лучше не вот это, лучше не трогать. Там, я слышу курицу, подожди. Ты тоже слышишь курицу? Или ты галлюцинации уже подводные начались? Не, мне как бы всегда было... Подожди, зато бесплатный шашлык подводный! Не, подожди, мне всегда было интересно, чё твоё... У меня вопрос. Как они, блин, здесь оказались? Да, я ее лучше выпущу, вот так. Плыви наружу, куропа! А ну, чё, да. Курочку подбирай, сейчас пережарим где-нибудь, плиточку найдем. Кстати, да, надо печечку будет скрафтиться. У меня всегда... Опа! Чё? Золото! А опа, хотя она бесполезная. Пши, ты, главное, дубовые бревна вот эти забирай, где мы с тобой бревно-то на дне океана добудем? Добывай! Корабль какой-нибудь найдем. А, кстати, да, вот же корабль, можно с корабля вот это. Дерево же просто старотыпь. Мне всегда было интересно, как живут вот эти подводные аквамены, но чтобы они там кур разводили под водой, мне... Кто лампочку выключил? А, подожди, там же вот этот эффект пропал, Кать, эффект пропал, наружу! Я тоже, быстро! Давай! О, ясный свет, воздух, о, курочка. А чё мы, а, так мы в Новосибирске ныряли, походу, под воду. Ну да, точно, вон. Это же вот это, Новосибирск. Это же улица Ленина, вот прям точно так же выглядит. Выходишь в центр, везде глыбы льда, везде ледники. И курицы. И курицы по улице бегают. Одна вот в платье в минус 30 ходит курица по улице, другая вот этих без носков. Я, кажется, снова вижу под водой. Типичный Новосибирск. Ладно, давай спускайся под воду. Лосососи, отсососи, На! Давай, рыба никогда не будет лишней. Опачки, здесь у нас что уголь, здесь у нас кожаная куртка. Опа, ой, это кто, это что, это где? Утопленник с этим стрезубцем. Опа, повезло.
повезло, по-любому мне бы сейчас выпадет, мне сейчас выпадет. Только не умереть, блин. Кать, он тебя сейчас убьет. Кать, подожди. На! Охотник на монстров выпал кукиш с маком. И меч из Кати. Он тебя убил? Да, у меня все пропало. У меня пропали все эффекты, мне нужно наружу срочно. Давай, 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 а у меня есть все эффекты. А нет, уже нет всех эффектов. Так, ладно, пацаны, Катя беззащитная молодая аквагерл. Отстаньте, пожалуйста, от нее. Ты забрал все мои шмотки, мне там все выпало. Ну, как забрал, они все вот наружу поднялись. Поэтому давай иди их поднимай сама. С него золото выпало, прикинь! Стоп, 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 это все мое, не трожь, не трожь, это мое, моя давай. Курица моя. Так, шлем у тебя есть? У меня маечка есть. Все, можем, в принципе, отсюда сваливать, так как мы все здесь облутали. Потому что не надо задерживаться на одном месте долго, нам нужно выживать. Подожди, подожди, Там крипера я только что в корабле видел! Что? Как крипер в корабле заспанился? Я не успел тебе сказать то, что нам с тобой надо корабль облутать. Пацан, а он меня взорвет, если я сюда... Я бы не сказал... Ты жив? Ну, вроде как да. Опа! Я нашел только что 30 железа! Нифига, давай грать эту самую... Как эту? Броньку, броньку, подожди, быстрее! Подожди, подожди, наружу, 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 быстро! Нет, у меня все нормально, я еще могу плавать. А, да? Да? Ну, ладно, хорошо, тогда я вылезу наружу, сделаем дубовые досочки, верстачок, ставим верстачок, и мы сейчас с Катей будем полностью в железных шмоточках. Папа Аквамен вернулся с магазина, принес подарочки для Екатерины. Екатерина! Я здесь. Для меня железный нагрудник и железные ботинки. Для тебя железные поножи, потому что у тебя есть уже нагрудник. Где? Сзади. Снизу. Под тобой. С другой стороны. Вот, плывут. Развернись направо. Опа! Я шлем, шлем, шлем. Шлема нет, шлема нет, шлем я не успел скрафтить, зато еще железные ботиночки держи. А, ну хорошо, то я думал, так нечестно будет. Мне железный меч, мне железную кирочку, а тебе, Катя, оружие всех богов Майнкрафта. Золотой. Самое стрёмное, что может быть, это золотой меч, да? Это самое хорошее, вот, подбирай его. Угу, спасибо. Надеюсь, мне его надолго хватит. Ты смотри, как он сверкает, Катя. Самый яркий меч на этой планете. Ёшкины матрёшки. Все, вот сейчас мне кажется, что надо отсюда сматываться. Давай, поплыли, поплыли. Не-не-не, надо бить, надо бить, надо защищаться. Не. Ага. А сегодня ты мать дельфинов, да, получается? Это что за королевство яриков? Я что-то не понимаю, но у меня такое ощущение, что они охраняют вот тот корабль, который перед нами там, видишь? А значит, там что-то есть, раз они охраняют. Так, я тебе предлагаю, ты отправляешься на капитанский вот этот командирский мостик наверх, а я спускаюсь вот эту в мачту, бухту, как оно там называется. Смотри, этим... смотри, 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 у яриков танец, Люк. Вальс или что? Это белый танец. Девушки приглашают мальчиков. Ай! Это вообще не вальс. Кать, давай, ты на верхнюю палубу, я на нижнюю палубу, давай. Хорошо, а что такое верхняя палуба? Ну вот это дичь у корабля, давай, заходи внутрь. Так вот, как вы выглядите, морские свинки. Кать, какие морские свинки? Здесь у нас морские свинки, здесь у нас... Маньяк! Я только что увидел, как один житель другого зарезали, и он просто подавился водой. Какой житель? Какие морские свинки? Ты где? Чё тебе надо, свинья морская? А, эффект пропался, Кать! Наружу, 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 быстро! Так у меня все в порядке. Слушай, я ничего не понимаю с этими люками сраными, которые закрываются передо мной. У тебя все нормально? Да, я пока живу. Все хорошо. Спустись туда вниз, там реально свиньи и жители, пока они не задохнулись, посмотри. Мне кажется, ты водоросли объелся. Каких водорослей? Так, эффект дался, давай спускайся, спускайся. Там еще одна свинья или две? Давай вот сюда, смотри. Тут реально свиньи. Тебе не показалось. Ребята, вы ничего не попутали? Подожди, вот так видят морские свиньи? Я просто не в курсе. Я в шоке просто. Да, давай, давай, давай спасем жителя. Жителя давай спасем. Внутрь какого туда. О, жителя! Да а жители-то где? А, ну все, уже нигде, ты не успела его увидеть. О, сундучок, а ты что-нибудь забирала из сундучка? О, кожаные штаны. Опа, удочка, еще одна бесполезная удочка, бумага. Опа, опа! А, я застряла, но у меня. А, мне показалось, что у меня эффект пропал. Слушай, у меня что за дичь?
Это крипер или... Подожди, там кто-то шипит. Ядрёна кочерышка, куда мы попали, я не могу понять. 10 яриков, только что передо мной один крипер умер, снизу 2 жителя умерло. Это явно какой-то странный. О, тут любовные игры у двух дельфинов, посмотри. Алмазики, изумрудики, я все забираю, железо, давай. Тут очень дофига всего, 2 алмаза, прикинь. Это получается то, что... Ой. Наружу! Я ничего не вижу, я застряла, подожди! Да, наружу, там... давай! Контрол, нажми, нажми! Контрол, нажми, контрол, если нажать... Я не могу вылезти! Вот, давай, наверх! Слушай, у меня к тебе предложение. Этот корабль... Ой, это мой меч, что ли, выпал? Да, это твой меч. У меня к тебе предложение, на самом деле. Да, давай останемся... Да, я согласен с твоим предложением. Быстро, да, быстро в корабль, быстро внутрь, Кать! Я не могу, подожди! А давай. Ты такой? Да там дофигища утопленников, давай! Да я не умею под водой плавать! На контрол самое главное, нажимай и спускайся в корабль! Они меня бьют! Давай сюда внутрь, заходи, давай быстро! Я не могу! О, все? А спасены? А чё их так много? Ой. Подожди, а чё... Ёханы, баба, тихо, пацаны! Сейчас в последнем сундуке надо посмотреть, что здесь находится. Динамит! О, взрывай их нафиг все! Подожди, сейчас мне главное... Уйди отсюда, хейтерок мелкий! Заплющило! Как спасай! Пошли нафиг! Спасай! Здравствуйте! Короче, Кать, смотри, держи. Загадочный рагу я тебе притащил, только оно только что вылетело через окно. У меня такое ощущение, то что наружу нам лучше туда не вылезать, потому что там слишком много утопленников. Ты не слышишь это? Я слышу, у меня просто уши разрываются от этого вопля. Подожди, у меня есть 14 динамита, хоть динамит как бы не... А можно задним проходом к нам не суваться сюда? Да, пока. Угу. Я тебе предлагаю заминировать, чертовой бабушке, этот корабль и свалить отсюда как можно скорее. Возможно, хотя бы что-то... Ага, отлично! Отлично! Через окно! Через окно! Давай быстро выплывай наружу! Я не смогу, я ничего не вижу, где? Ядрёна катерышка! Это тут еще и стреляют с этими странными трезубцами! Кать, я сейчас умру! 3 кипера! Какие кипера? У меня одно сердечко! Нет! Дабл килл! Тут... Подожди. Как? Кого? Ты где вообще? Они меня убили нафиг сразу же, моментально. Я не знаю, что из этого получится, но получилось вроде то, что я только что взорвал 3 утопленников с помощью динамита. А вот ты чем поджег-то? Откуда у тебя зажигалка? И как ты это сделал под водой? Вот я, кстати, нашел вот ту же зажигалку, которая была там в сундуке с динамитами. Кать, я не знаю, что нам делать. Я предлагаю заново отправиться на этот корабль, пока они сюда... Ага, пока, да. Я тебя так презираю за этот золотой меч. Он просто никого не убивает. Самый худший меч в Майнкрафте. Суслики плавающие, давайте сюда подойдите. Вот так, ага, да, пока, всем пока. Да, а почему только один динамит-то взрывается, если я все поджигаю собаки? Подождите, секунду, дайте я между вами проплыву вот туда. Ага, подождите. Вот так, ага, пока. Давай. Катя, я только что всех утопленников просто убил! У меня очень много вопросов к тебе насчет этого. Я корову вижу, которая плавает посередине океана, курицу и свинью. Ну, это ничего необычного. Сейчас, подожди, я заберу этот динамит обратно. Чё о? Так, вот эту корову ты тоже видишь, а то я тебя просто потеряла. Давай встречаемся у коровы, быстро. У коровы. Так, а трезубец случайно не выпал, пожалуйста, святым яйцам океана, вот это, молюсь, куриным. Что за... А у тебя ведерко есть? Не. Я молочко хочу. А, сейчас, подождите, значит, сейчас скрафтим, сейчас вернусь.
ну. Да ну. Что такое? Да ну. Мы с коровой тебя тут ждем. Давай быстрее. Что ты там данукаешь? Ты тебе выпал трезубец? Подожди, что, ты сейчас что в корову кинул? Я только что кинул трезубец в корову, только я его про... Где трезубец? Кать! Не знаю, ты его кинул в корову. Подожди, 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 в смысле он пропал? Я только что поднимался, нашел трезубец, кинул в корову. Где? Ищи трезубец. Ищу, подожди. Ищи трезубец, он куда-то вниз упал. Так он сейчас пропадет нафиг. Так я не знаю, где он, я запустил просто в корову, чтобы тебе показать трезубец, где он. По идее он должен всплыть. Все, ты его профукал. Так как профукал, я всего лишь кинул трезубец в корову. Да, я это видела, ты получил ачивку и все, и он пропал. Ядреный проклятый океан. Ты такой лохопудинка, я просто... Ты лохопудинка, я выбил трезубец с помощью динамита. И все, что я смог сделать, это один раз бросить его в корову. Да, только я просила тебя молочко добыть, а ты в итоге чуть корову не убил. Ладно, хорошо, похвастался, значит, я трезубцем, спасибо большое. Держи тебе и держи мне. Подожди, где? Потеряла. Оно упало куда-то вниз, ныряй. Ой, ну я не хочу искать это ведро, я же сейчас его не найду. А вот оно вижу, плавает. Вижу. Отстань от меня, дай молоко. Только ты понимаешь, что если ты попьешь молоко, это значит, что у тебя пропадут все эффекты. Так, а чё ж ты сразу-то не сказал? Свинюха, а? Вот я чё-то не задумался, то что мы же тогда... Слушай, а может это как раз-таки выход из этого челленджа? Если мы выпиваем молоко, у нас пропадают эффекты, мы больше никогда не сможем дышать под водой. Это антидот, это антидот. То есть нас бог Майнкрафта послал сюда под воду и специально дал нам корову. Мол, смотрите, это противоядие. Это как послание сверху, это противоядие. Выпивайте, вы сможете отправиться на сушу, жить как нормальные люди. Лох! У меня сломался золотой меч. Я так счастлива, что он сломался. Больше никогда не дари мне золотой меч. Все, я пью вот это ведро молока, до свидания. Я больше не... Аквамен. Так, я иду к корове, надеюсь, у нее что-то осталось. Например... Молочко. Оп, пить. Ага. Давай, пей, я уже выпил. Все. Так, ну все. Бог Майнкрафта, давай, возвращай нас на родину. А это из тебя алмаз выпал? Еще один алмаз выпал. Нет. Вот один алмаз валяется, вот второй алмаз валяется. Я нашла только два алмаза, они у меня в инвентаре. Я только что нашел два алмаза, которые почему-то плавали посередине океана. Может, это коровы дают алмазы? Слушай, это реально тогда необычные коровы, если коровы нас излечили от акваменства и аквагёрлства, еще нам и алмазы дали. Это что за болезнь? Ты знаешь... О, подожди, еще алмаз? А, это куриное яйцо, извините, я ошиблась. Я вижу ее, Кать. Я вижу сушу. Впереди нас! Ты видишь суши? Не суши, а сушу! А, отлично. О, снежок, так мы в Новосибирске. Да говорю, мы в Новосибирске, что ныряли в Новосибирске, что выныриваем в Новосибирск. Ты где? Да он опять нас преследует, да ёпарасете! Вячеслав, ну сколько можно? Чего ты решила, то, что дракона Вячеслав зовут? Ну, в прошлый раз сказал, мы там, отошли в сторонку, покумекали. Хорошо. Вопросики кашляли все. Ну, давай мы его отвлекать не будем, мы пойдем в другую сторону. Пошли. Пошли. Давай. Пускай он да там давай плавает. Давай с собой заберем его. Кого? Дракона с собой забрать? Ну ты же любишь всех приручать. Ну ладно, иди забирай дракона, я посмотрю на это. А у меня поводок есть. Ну давай. Можно на поводок? Да. Можно на поводок? Можно. Ща. Иди сюда, дракоша. Вячеслав.